В рамках проведения межведомственной операции «Семья-2018» администрация Щелковского района совместно с социально-реабилитационным центром «Семья» продолжает установку автономных пожарных извещателей в домах многодетных и малоимущих семьях. В этот раз устройство получила семья Нестеренко из села Душонова. Многодетная мама Ольга воспитывает 5 детей, 2 из которых совсем малыши. Установка датчика в доме как нельзя кстати. Безопасность превыше всего. В случае задымления реакция устройства не заставит себя долго ждать. Моментально срабатывает пожарная сигнализация. Устройства были установлены во всех жилых помещениях. О правилах пожарной безопасности семью проконсультировали, выдали специальные информационные буклеты. Сотрудники соцслужбы и комиссии по делам несовершеннолетних районной администрации вместе помогают семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Приехали сегодня с целью установки пожарных извещателей для обеспечения безопасности, так как в семье имеется 2 маленьких деток. Эта практика у нас проходит ежегодно. Ежегодно мы устанавливаем датчики в семьи, которые нуждаются в этом. Безопасность для нас превыше всего. Это очень хорошо, что поставили эти датчики, и большое спасибо. Каждый год МЧС России констатирует неутешительную статистику возникновения пожаров. Причины могут быть разные – от халатного отношения граждан к правилам безопасности до случайных коротких замыканий. Администрация Щелковского района уверена – беду легче предупредить. Установка пожарных извещателей будет продолжена в домах семей, нуждающихся в поддержке. Лилия Дворецкая, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».